Погрузили сумки свои, сейчас выезжаем. Выезжаем в одно прикольное место, поэтому досматривайте видос до конца. Вам понравится, сами того захотите. Приехали мы. Куда ехали? Через поле ехали, заблудились и по полю сюда гнали. В общем, ищем, как заехать. По-моему, нам вот сюда. Сейчас все расскажем и покажем, где мы и зачем мы. Показываю, куда мы приехали. В общем, такое местечко. Цыпа называется. Вот это дома круглые, виде яиц. Вот это посередине там ресепшн и ресторан. Вот и наш домик с панорамным окном, парковка под машину. Мангал можно свой поставить. Мангалы стоят, мы еще свой можем поставить. И вот такое вот здание. Ксюха там машет. Единственный минус, что окна не особо-то и мытые. Можно сказать, вообще не мытые. В общем, на М4 находится. Если там в Крым, допустим, едете из Москвы, можно сюда заехать. Стоит где-то в районе 6-7 тысяч. Мы по хомбоксу взяли тут за 4, по-моему, на сутки. Останавливайтесь и вот здесь на природке отдыхаете, жарите шашлычки, пьете вискарик. Я, кстати, вискарик с собой взял. Вот в чем вся суть. Взяли мясо, мангал, будем шашлык сегодня делать. Можно пойти в ресторан посидеть, сейчас пойдем туда пообедаем. Вот такое вот местечко. Пойдем в дом, покажу, что там внутри. Вот такой вот вход в домик. Дом, кстати, сделан из какой-то брезента или что. Заходите. Welcome. В доме, кстати, очень тепло. Так, деревянный пол, ламинат. Панорамное полностью окно, телевизор есть. Мы оформлены в скандинавском стиле, сейчас покажу все эти примочки, как это напоминает. Смотри, все под дерево обделано, смотрите, какие розетки. Это не древние розетки, это специально так сделано. И проводка сделана, специально так проложена. Вот она, это вся проводка. Кстати, дополнительная кровать, если вы с ребенком. Вот она кровать, ложитесь и смотрите панорамное окно. Столик, стулья, сидишь, тут вискарик попиваешь. Сейчас мы этим и займемся. Кондиционер есть. А, кстати, подогрев пола. Если вам стало холодно, включайте, и у вас пол подогревается. Так, и душ. Смотрите, какой включатель. Тук. Раковина, туалет и душ. Смотрите, зеркальце какое. Короче, вообще круто все сделано. Прям уютненько. И у вас красивый дом. Классная картина. Сперматозоиды? Нет, 3 запятые. Если едете на юг, устали по дороге. Остановились, заехали, переночевали. Или просто, как мы приехали сюда, остановились, потусили, поехали дальше. Много не надо начинать, тем более тут, если честно, жарко, но есть кондиционер, можем кондей включить. Так я прилег, там фотосессия с винишком, и вот такой вот вид у меня. Лежу и смотрю на небо, там вискарик мой стоит. Пока его обстановка, может, все видно. Сейчас мы идем в ресторанчик, ресторан и ресепшн здесь, в этом лице большом, а вот они по кругу я эти стоят. Картошечка, салатик, супер, принесли. Вкусно? Так, принесли мне мой бургер. Сыпа. Одноименный. Да, фирменный. Вот такой вот красавчик. Смотри, какой бургер. Курицы много, и он сочный, все течет. Так что советую попробовать фирменный бургер Сыпа. Пришли, в общем, мы из ресторана. Я вот съел один бургер, и я вообще наелся конкретно. Но я как бы и не был голодный. Мы чисто пошли посмотреть, что тут есть в меню. И попробовать вот фирменный бургер. Ну, советую попробовать. Салатик тоже будем человек. Я тоже попробовал, салатик нормально. Хоть я такие овощные не ем, я люблю что-то с мясом. Ну, прикольно. Мимо домиков, тут видите, проход запрещен. Ну, то есть к домику близко подходить не надо, потому что приватная зона. Там вот еще соседи подъехали. Вот, видите, через домик у нашей красная машина стоит, а вот новенькие подъехали. Через дом заселили. Я Ксюхе говорю, потому что карантин, поэтому через одного сажают, как кафе, а рядом не заселяют. Все, идем сейчас в свой номер. Иду в бричку, сейчас берем мангал. Время шашлыка пришло, я думаю. Вот у меня с собой уголь, мангал. И шашлычок положу в машине, чтобы попрохладнее было. В номере холодильника нету.
рожек пошел у меня. Единственное, что мангал у нас низкий, и трава тут высокая. Очень палевно. Ну, бутылочку воды 5-литровой с собой, если что. Сейчас угли будем жечь и насаживать мясо. Так, вот мангальчик и вход прямо в нашу каморку. Вокруг поля. А там трасса М4 прям. Пока вон там мангал у меня разгорается. Хоба, берем бутылочку и пополняем. Чуть-чуть. По чуть-чуть, много не надо. Ну и с очком разбавляем. Вот жопа у меня чешется. Чисто так, почуть. Ваше здоровье, кстати. С яблоком. Не с колой, с яблоком. Мангальчик разгорается. Пойду поближе, чтобы там больше ничего не сгорело, кроме мангала. Зайка делает шашлычок. У нас процесс начался. Насаживание. Может, это я лучше сделаю? Смотри, какие куски сочные. Сочные, мощные. Миско наше жарится. Три шампура получилось. Но нам много не надо. Пока шашлычок жарится, берем стаканчик. Вот такой скромненький столик, симпатичный и симпатичный вид. Просто так присаживаемся по чуть и вот так. Все, пока. Приезжайте, отдыхайте. Доброе утро, все. Мы только проснулись. Еще даже не встал. Глаза еще не открыл. Хочу показать, как утром здесь. Ну, вроде нормально выгляжу. Такой вот вид с утра. Окна все запотели, потому что на улице, видать, холодно, а у нас тепло. Лежишь и смотришь вокруг тебя. Как будто там, знаете, море. Ты проснулся, а там за окном море, ничего нет. Воздух наисвежающий просто. Вечером вчера гуляли поздно, туманище стоял. Соседи там спят, наша тачка. Вот такое вот утро. Мы на завтраке, это омлет, сэндвичи, капучино и чай. Завтраки включены, капучино отдельно оплачивается. Пришли завтрака. В общем, завтрак с 8 до 11, выселение до 12, как обычно. А заселение до 2. На завтрак предлагают омлет, яичница из 2 яиц, чай бесплатно. Ну, то, что завтрак включено. Каша овсяная и 2 сэндвича. Куриные и с ветчиной. Вот, мы взяли сэндвичи и омлет. Сэндвич, кстати, очень даже такой аппетитный, сочный, вкусный. И все, сейчас собираемся и выезжаем, в принципе. Вот. Ну, я, конечно, утром взял кофе. Кофе не включено, потому что... Ну, потому что это кофе. А я люблю кофе, я с утра много его пью. Ладно, все, сейчас пакуем чемоданы и выбираемся отсюда уже. Погодка с ним, кстати, по кайфу. Солнечный денек. Вчера было попасмурней. Соседи вылезли. Что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте, пишите комменты. До встречи, до новых встреч.